наши зрители, действительно, этот год, этот сезон принес очень много потерь, боли и зла. Но давайте не падать духом, а верить в то, что новый сезон и новый год принесет нам удачу, подует ветер перемен и унесет вот эти воздушные шарики куда-нибудь далеко в небо. И наш зритель вернется в театр. И театр будет жить. С праздником вас! Поздравляю всех лауреатов!